Якщо раптом ви побачите програму, де спортсмен проявляє свій артистизм, а артист займається спортом, то знайте, що це олімпійський батл, і він починається просто зараз. Всім привіт! Знову з вами Сергій Костецький, хореограф, співак. Сьогодні будемо займатися єдиноборствами тхеквондо. Подивимося, наскільки це відрізняється від танців. Чи можуть бути танці у тхеквондо? Всім привіт! Мене звати Тетяна Тетерев'ятникова. Я член олімпійської команди по тхеквондо. І сьогодні я вас познайомлю з цим замечательним видом спорту. Поїхали! Таня, привіт! Привіт! Что, будем заниматься, работать? Да, я сегодня очень хочу познакомить тебя с таким замечательным видом спорта, как тхэквондо. Это олимпийский вид спорта. Сейчас мы попробуем сделать один удар, один из моих любимых. Ударов на самом деле очень много, да, но вот один из самых таких мощных, сильных ударов. Он легко делается. Для этого нам понадобится вот такой снаряд-подушка, которым мы будем бить этот удар. Я тебе буду держать подушку, а ты будешь его отрабатывать. Но прежде я тебе покажу. Покажи. Держи подушку. Как держать? Как тебе удобно? Одну ручку сюда, одну сюда. Поднимаем ножку, согнутую в колен, ступня вперед. И просто выпрямляем вперед, как будто толкаем. При этом, чтобы удар был сильный, и соперник испугался тебя, заранее нужно сделать выкрик. У нас это называется боевой кихап. Кихап? Это все просто. Я не ударила так. Я не подготовился. Прости. Спасибо большое. Было очень интересно. Все? Да, с этим понял. Я предлагаю попробовать тебе. На самом деле это не сложно. У тебя все получится. Сказали, что подготовься. Я открыл рот. Надо стать боком. Сначала ручки в кулачки собрать. Переднюю ножку поднять, согнутую в колено. И толкнуть. Да. А теперь еще добавить кихап. Ау! Супер. Удобно стать. Класс! Еще один удар хочу научить тебя. Это мой самый любимый удар, но здесь важна растяжка хорошая. Я уверена, что в танцах у вас тоже важна растяжка, поэтому ты легко справишься. Лапу мы держим вот так вот ручкой. Так. Да. Как ракетка. Мы опять, всегда все удары, мы становимся в боевую стойку. Задача задней ножкой сделать нейричаги, называется удар. Поднять ножку сверху и ударить вниз. Ага. Как будто... Шлепнуть. Да, в голову наступаешь. Главное в колени поднять и резко вниз опустить. Это несложно. Попробуем. Хорошо. Класс. Другая ножка. Класс. Ты справился на все 100 с этой работой. Я думаю, для тебя тоже что-то интересное. Сейчас покажу, что ты никогда в жизни не пробовала. Я готова. Ось я перевдягнувся. Зараз переходимо до танцювальної частини. Оскільки Таня дуже любить керувати ногами і чоловіками, то зробимо такий челендж. В джайві дуже багато рухів ногами, особливо кіки. Те, що полюбляє Тетяна. Тому буде їй менш важко. І подивимося, як з координацією, з рахунком. Мене таким не спугаєш. Визов прийнят. Я готова. Окей. Робимо такий рух. Піднімаємо коліно. Робимо кік вперед. Піднімаємо коліно в сторону. Піднімаємо кік носочком підлога. І потім випір назад. І сюди. Ще раз. І раз, і два, і три, чотири, п'ять, шість, сім, і вісім. І раз, і два, і три, і чотири, п'ять, шість, сім, та-та. І вперед, в сторону, назад, назад. Бум, па, бум, а-та. Молодець. Ще раз. П'ять, шість, сім, гоу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, а восьм. Нахід. У нас просто є такі движення. Клас, я ж на це і рассчитував. Зараз вместе станцюємо. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і восьм. Нахід. Раз, два, три, чотири. Хлопнуть. П'ять і шість, сім, восьм. П'ять, шість, сім. І раз, два, три, чотири, шльоп, ба-бам, хльост, хльост, перепрыг, бум. Така, 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 та, хоп. Клас.
Ну все, Танюш, молодец. Очень быстро мы все сделали. Есть подготовка, тело подготовлено идеально для джайва. Есть чувство ритма, есть позиция готовности в теле, тонус, подтянутость. Тебе тоже большое спасибо за такой шикарный опыт. Мне было безумно интересно и приятно с тобой познакомиться, попробовать себя на твоем месте, в твоей сфере, показать, поделиться кусочком своей души, на самом деле, потому что этот вид спорта, это на самом деле вот, занимает, да, огромную часть моего сердца. И я думаю, в дальнейшем Olympic Battle подарит вот, возможность другим ребятам познакомиться с нашими родами деятельности, да, и попробовать себя. Ура! Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Ось так спортсмени та артисти розкривають у собі нові таланти та новий потенціал. І якщо ви продовжите слідкувати за ними у наступних наших батлах, то ви побачите ще багато чого цікавого. На все добре!